В Орловской области растет число предпринимателей. Многие из них прошли через Центр развития бизнеса, где получили помимо финансовой помощи еще и консультативную. Семинары, которые банкиры проводят в этих стенах, орловским предпринимателям только помогают. Наша цель, чтобы вот именно в таких центрах развития бизнеса предприниматель чувствовал себя как у себя дома. Здесь он может получить действительно реальную помощь, поддержку, может проконсультироваться и по налоговому законодательству, получить юридическую поддержку. Вот и на апрельской встрече, по словам Александра Закурдаева, вопросы обсуждались крайне важные. Рассказывали о бизнес-возможностях, которые банк предоставляет вместе с фондом поддержки предпринимательства и агентством кредитных гарантий. Последние несколько лет главный банк страны стратегию развития не менял. Здесь продолжают идти навстречу своим клиентам. Мы даем кредит не только на покупку сырья или товаров для перепродажи. Мы финансируем заработную плату. Мы готовы финансировать оплату налогов и сборов и пошлин. Кредитная линейка и льготные условия рефинансирования – вопрос по-прежнему актуальный для бизнесменов. Агентство кредитных гарантий – это большое федеральное агентство. Лимит поручительства по агентству максимальный может доходить до 1 миллиарда рублей на одного заемщика. То есть это в первую очередь обеспечение крупных сделок. Кстати, в Сбербанке стараются идти в ногу со временем. Для юрлиц разрабатывают все новые услуги, при совершении которых посещение банка становится необязательным. Одно из таких ноу-хау, говорит Галина Карпова, услуга «Клиент бизнес онлайн». Эта услуга в настоящий момент пользуется более 5000 клиентов, которые обслуживаются в Орловском отделении Сбербанка России. Услуга очень актуальна на сегодняшний день, потому что она позволяет нашим клиентам без посещения дополнительного офиса производить различные платежи и управлять своими финансовыми потоками. За консультативной помощью в Центр развития бизнеса может обратиться любой предприниматель Орловской области. Двери центра, расположенного по адресу улица Октябрьская, 24, всегда открыты. Виктория Юркова, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».